Настя и Нина, поздравляю вас с победой. Со стороны показалось, что финальная игра прошла достаточно легко. Так ли это было? Да, действительно, это было так. Но соперницы, конечно, сильные, но зависело все от нас, насколько мы сконцентрированы были и насколько собраны. Игра, поэтому, и показалась такой достаточно легкой, потому что мы были настроены очень хорошо и старались по максимуму показать свою игру. Нина, скажи, твой опыт помог в этой игре? Я думаю, опыт всегда помогает, но я рада, что все так случилось, что у меня первые соревнования после перерыва, после отпуска небольшого. В принципе, все получилось, мы выдержали свою тактику, и ну, все было хорошо. А расскажите, первые соревнования в году и сразу победа. Какие планы у вас на этот год? Планы у нас много турниров достаточно, и на этих турнирах мы должны как можно больше очков набирать, играть и показывать свою самую лучшую игру. Главный старт будет у нас чемпионат Европы в Казани, который пройдет в апреле. Вот. И мы как раз к нему готовимся. И... Нина, это был твой первый раз в Таллине. Расскажи, как тебе понравился турнир и наш город? Мне все очень понравилось, турнир очень хорошо организован, нету никаких задержек, что бывает иногда и на суперсериях, и на, ну, на многих турнирах. Здесь все было четко, и мы все приходили ко времени, и все игралось по времени. Ну, зал тоже хороший, очень хорошо подходит, в принципе, для бадминтона. Таллин – замечательный город, погуляли по центру, очень красиво. Как оказались, как будто в Средневековье, практически все говорят по-русски. Это тоже очень приятно, все очень понравилось, все хорошо. Спасибо, девушки, и удачи вам. Спасибо.